15 по 17 июля в Нарве состоится традиционное мероприятие «Нарва Байк 2011». Можно смело и самодостаточно говорить о том, что это один из самых позитивных и развивающихся байк-фестов в Восточной Европе и Прибалтике, который уже в четвертый раз будет радовать своей позитивной энергией нарвитян и гостей приграничного города. Уже по сложившейся традиции будет представлена разнообразная и интересная программа мотопраздника, в которую войдут мотопарад, проекционное лазерное шоу, ретро-ралли под эгидой классики, Крайтс, тюнинг-шоу и презентация байка от Magnum Chrome, тату-шоу от Dendy Tattoo Studio, конкурс Miss Narva Bike 2011 и радующий глаз салют в небе над границей двух государств и крепостей.